Здравствуйте, коллега. С добрым утром! Чувствую запах моей любимой мяты. Налейте, пожалуйста, вон с того чайничка. Если добавить сюда базилика, будет вообще отлично. Ни в коем случае, я бы в этот чай добавил душицы. А какой у вас любимый чай, коллега? Черный с малиной и шиповник уважаю. Так, а это с чем? Как? Вы не почувствовали аромат мелиссы? Зато клюквенный я узнаю издалека. А это зеленый с виноградом. Узнаю лимончик. В нем много витамина С, чтоб не болеть. И ромашка тоже полезная. А клубничному чаю не помешало бы варенье. Ну да, можно. Ох, теперь поспать бы.